Здравствуйте. Здравствуйте. Записывайтесь. Директор. В субботу не будет, наверное. Ответственный администратор. Вот скажите вы, как педагог со стажем, 200 тысяч куда можно было бы деть, использовать для школы? Я не финансист, я учитель истории. А, вот. Я работаю учить. Для этого есть пару десятков глобусов можно было купить. Я не знаю. Я не специалист по финансам. Да.